Дети для любящих родителей всегда на первом месте, а потому даже в Новый год Филипп Киркоров организовал праздник не для звезд шоу-бизнеса, а для своего сына с дочкой, которым торжество понравилось. Для детей знаменитый эстрадный артист пригласил профессиональных актеров-аниматоров, переодетых в костюмы сказочных героев и любимых новогодних персонажей, без которых не обходится ни один утренник. Увидеть, как дружно со снеговиком Алла Виктория встретила Новый год, вы можете в нашем фоторепортаже, подготовленном для тех, кто хочет знать интересные факты про поздравления и подарки звездных детей. В центре внимания этой статьи Алла Виктория Киркорова, для которой яркие клоуны, веселые гномики и снеговик вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой устроили игры нешуточные. Зимние забавы с упряжкой, катание на санках, хороводы возле елки, музыка и танцы, игры для девчонок и мальчишек – все это ожидало присутствующих на новогодней вечеринке в доме семьи Киркоровых. Даже дедушка Бедрос Киркоров повеселился с детишками вдоволь. Он наблюдал внимательно, как Алла Виктория с Мартином веселятся и составлял им время от времени компанию, говорил тосты для гостей на праздник. Увидеть знаменитого в стране дедушку можно на фото в статье. Когда дети со Снегурочкой и Дедом Морозом водили хоровод, то он оказался в центре внимания фотографа и попал прямо в кадр. Присмотритесь и вы увидите, как дедушка этих детишек веселится. Всем, кто любит шоу-бизнес и хочет знать актуальные звездные новости, мы предлагаем посмотреть фото 2022 эксклюзив от Киркоровых. Снимки еще не были показаны ни по ТВ, ни в других социальных сетях, поэтому вы сможете увидеть эффектные кадры самыми первыми сейчас. Мартин Киркоров играл с сестрой и гостями, ведь многие звезды шоу-бизнеса и социальных сетей были приглашены на праздник целыми семьями, а их дети являются практически сверстниками. Дети знаменитостей, как и все остальные в нашей стране, верят в чудеса и любят праздники. Радуются, когда Дед Мороз и Снегурочка приходят в гости, а Снеговик предлагает поиграть немножко. Подписывайтесь на новости шоу-бизнеса сейчас, чтобы звездные дети всегда радовали вас. Мы рассказываем, как живут знаменитости в будни, и показываем эксклюзивные репортажи с ярких звездных праздников.